Самарские спасатели заняли первое место на международных соревнованиях в Крыму. Участие принимали 12 команд из разных регионов России. На втором месте оказалась Москва, на третьем – Сочи. Турнир включал в себя 7 дистанций. Задача стояла оперативно откликнуться на сигнал о бедствии, проложить оптимальный маршрут до места происшествия и спасти жизнь, висящую буквально на волоске.